продаже еще один 70-й Henkels. Такой же точно клинок, как был в прошлом видео, но другая ручка. Вот клинок даже в чуть-чуть лучшем состоянии, хотя и тот был близкий к идеальному. Вот клеймо стандартное, годы 1910-20. В общем, все то же самое, как и в предыдущем ролике. Повторяться я не буду. Вот. Обзор тоже, кто не смотрел на двойной набор, можете посмотреть по ссылке, наверное, в описании оставлю. Вот. Все те же свойства, та же сталь, такая же точно отличнейшая геометрия. Вот. Кромка в ниточку, форма легкая, правильная улыбка. Вот. Полотно в идеальном состоянии, эрль с обеих сторон в идеале. Зубчики вычищены, ну, бритва полностью разбиралась, приводилась в порядок. Вот, тоже такой же точно граненый носик, выборка между полной и половиной. Вот, из интересного, ручка натуральный рог, рог буйвола черного цвета. Вот, с такими вот металлическими окоемками по пинам. Пины низельбер с шайбочками, клинышек. Белая синтетика, пластик, наверное, какой-то. Вот, роговые ручки, редкость на немках. Ну вот, такая вот пара Henkels'ов. Очень и очень неплохие варианты будут. Тот Henkels уже забрали, вот кто не успел, есть шанс вот этот приобрести. Великолепнейший экземпляр с прекрасной геометрией и замечательной сталью. Опять же, нестандартной роговой ручкой, красивой. Вот. Очень мягкий, нежный рез. Замечательная вещь. Таких бритв в подобном состоянии уже практически не осталось. Редкость. Ну, по тестам вообще все четко, без каких-либо вопросов. Вот. Повторюсь, кто хочет подробнее узнать об этой марке, об этой стали, об этих бритвах в целом, посмотрите большой обзор на парный набор. Там другая модель номерная, но свойства, характеристики, рез, все то же самое. Одни из топовых довоенных бритв немецких. Вот. Ну, вот этот вариант продается. Так что, кто успеет на этот раз, пишите. Пока в продаже.